На месте будущей школы забиты уже все сваи, сделаны ростверки и производится обратная засыпка фундамента. Однако к новому учебному году шум тракторов и дрелей не затихнет. Из-за нарушений в поставках стройматериалов ученикам придется повременить с переездом из старого здания. Ну вот, к сожалению, по школе 5-4 корпуса мы постараемся сделать в срок, к 1 сентября. А вот остальные корпуса в этом году, но где-то октябрь-ноябрь будет. Это связано с тем, что у нас очень сильно подвели поставщики с Украины. В связи с известными событиями очень сложно было работать. Арматуру, цемент и бетон на строительство всех трех социальных объектов используют исключительно местного производства, говорят специалисты. Намного быстрее идет строительство детского сада номер 6. Здесь уже начали бетонировать первый этаж. Также работы ведутся и в корпусе противотуберкулезного диспансера. Подумали специалисты и о внешнем облике зданий. Мы дадим те наработки, которые есть у нас по оформлению зданий. И чтобы дизайнеры, архитекторы здесь на месте, в каждом городе, посмотрели, предложили что-то свое, чтобы у нас каждое здание, каждый детский сад, каждая больница и школа имела собственный определенный, ну, как сказать, колорит, свое лицо. Специалисты отметили срок сдачи всех объектов – конец 2014 года. Анастасия Чернетинская, Татьяна Семенюк, Руслан Киямов, Первый Приднестровский.